Здравствуйте, дорогие друзья! Опять сегодня принес для вас новая тема, новая информация. Самое главное, я хочу вам желаю, чтобы subscribe сделали мой канал. Если вам нравится мое видео, пожалуйста, subscribe, то есть сделайте, и share, лайки, то есть сделайте. Спасибо. А здесь я буду вам объяснить, какой это камень. Люди, которые родились в октябре, а у них какой-то классный, хороший камень есть опал. Опал бывает в разные страны, как раз Австралию есть, Бразилию есть, а потом африканская, многие штатов. А многие святых там бывает, если, например, какой-то белый молочный есть, красный молочный есть, потом еще fire opal, то есть говорят, какой-то огонь, тоже бывает, еще там какой черный молочный тоже бывает. Черный молочный это хорошая цена дает, очень дорого стоит, бывает на этом видов, который я вам уже сказал. Если вы хотите купить вот этот камень, если вы будете белый молочный купить, тогда вам надо будет платить сколько там 10 до 20 долларов на карат. Хороший штук, 10 каратный штук вам надо будет купить для себя носить. А если вы хотите какой-то черный, тогда это 50 до 60 долларов можно на карат минимально вам надо будет платить. Если еще качество там чистое, если красивое будет, там еще 100 до 150 долларов на карат тоже можно платить тоже. Также цена бывает. А вот это камень для вас очень лояльти дают вам. Это которые, люди, которые жалуются всегда на чего-то, или есть, или нет. Это помогает, чтобы вот это перевивать не было бы. Это дают вам сила такой это себе, чтобы у вас это какое-то мысль какая была хорошая для всех. Это дают вам сила, чтобы вы разговаривали всегда вот это на правду, сделали что-нибудь правду, и потом повышается вашего памята тоже. Или если вы хотите вам какой-то интересовать вам какой-то артистический и художественный какой-то у вас способности есть, это вам будет повышаться. Это люди, которые страдают на заболевание сердца, они могут вот это носить, потому что это холестерол будет использоваться из крови, из тела, и кровь будет как это по-нормальному, и потом уже какой-то у вас холестерол есть на вашем теле, это будет вытолкать из тела. So, ваше тело будет нормально, и ваша кровь тоже нормально будет, ваше здоровье уже тоже будет нормально. Это дает вам силу, если вы хотите по сексу заниматься, по нормальному, хорошему, это вам дает тоже сила такой есть, по сексу тоже работает. Вот, друзья, сколько были наша информация и полезные эффекты, камень упал, если вы хотите купить, вы можете купить из базарчика, я уже вам сказал, какую цену вы будете купить, где вы можете купить, это все вам надо будет узнать сначала, и потом надо какой-то реальный камень купить, не какой-то был бы нереальный камень, чтобы вам ваши деньги не теряли, самое главное, время не теряли. Спасибо, до свидания.